Привет всем, друзья мои! Снова вы на канале FrontBet. У нас продолжается Лига наций УЕФА. Матч на 4 июня в 19:00 начинается игра. Венгрия встречается с Англией. Сборные встречаются, сборная Венгрии со сборной Англии. Друзья мои, ставить мы будем, конечно же, с нашими друзьями, с нашими партнерами BKMLBet, российский, официальный, самый лучший на сегодняшний день. При регистрации всем новичкам дарит он бонус до 19500. Всем советую забрать в описании под этим видео. Также там находится промокод, который даст вам этот бонус. И также еще находится ссылочка и промокод на бонус до 19500 в закрепленном комментарии. В закрепленном комментарии, друзья мои, обратите внимание, почитайте там на 3 БК. Ссылочки лучшие, которые я выбрал для вас и для себя. Уже опыт у меня более 10 лет, я остановился именно на них. Всем советую там зарегистрироваться, забрать классные крутые бонусы, вывести их себе и наслаждаться игрой. Один вин, друзья мои, кто зарегистрируется по ссылочке в закрепленном комментарии в БК, один вин пришлет мне скриншот того, что он прошел регистрацию, пополнил депозит свой, я скину бесплатный наш VIP-экспресс. Ну что, друзья мои, по поводу матча Венгрия-Англия, я не знаю. Мне кажется, для англичан не будет проблемой какой-то реализовать пару моментов в ворота Венгрии, да и вообще одержать победу у венгров. Вот, друзья мои, ну и мое мнение, что индивидуальный тотал второй команды более 1,5 за 1,63, вообще не вижу проблемы. Не знаю, конечно, как оно будет, как повернется игра, но минимум 2 гола от сборной Англии я жду в воротах Венгрии, друзья мои. Лайф-линия, экспрессики, больше моих мнений, все у нас в телеграм-канале, обязательно там уже более 3000, 1400, по-моему, или 1300 с чем-то подписчиков. Переходите в наш новый телеграм-канал, ссылочка в описании под этим видео. Когда зайдете, обязательно нажмите подписаться, чтобы нас не потерять и потом не искать ссылки, оставайтесь с нами.